Ой, здравствуйте, мои дорогие, как ваши делишки, как ваши детишки? Вы знаете, я вчера сняла видео, но у меня его пока не получается загрузить. Так что вот это видео, оно после уже того. Я его загружу сегодня, наверное. Вот, просто оно получилось 25 минут. И не получается его у меня загрузить. Ну вот, там были маленько вопросы и ответы по поводу возмущения. Ну, в общем, посмотрите потом это видео. После этого, может быть. Вот. Ну, как вы поживаете? Соскучилась уже за вами. Но сегодня мы, наверное, вот приходится так все делать. С вами поедим шарики наши. Вот такие, да, Рафаэлки. В желтой кремушке, да, так скажем. Вот как-то так. Желтую я глотаю. Можете мне там бомбически не писать комментарии. У нас прохладно. Извините. Дома прохладненько, отопление не включаем. Поэтому приходится вот как-то иногда пошмыгивать. Извиняюсь.
вкусно. Такая у меня чашечка. Правда, у него была еще, ну, есть своя ложечка. Такая ложечка, я думаю, сейчас я буду вся чумазая просто. Поэтому взяла палочки. Я извиняюсь, видать, простываю маленько. Да, есть такое. Сразу залипает. На небо. Съем еще один кусочек, может быть, да? Или это? Доедим. Наверное, доедим. Это желтая. Называется желтая. Вы знаете, вы все не желтая. Какая-то серая. Это единственная глина, пока, которую я могу глотать. Туркестан мне нравится. Но у меня его нет. Но у меня сегодня хорошая новость. Мне позвонила девчонка с Москвы. И она получила ту посылку, которая... Я вам говорила как-то, и в предыдущем видео будет сказано об этом тоже.
20 килограммов почти там. Вот, сегодня она мне позвонила и сказала: твоя посылочка пришла. Билет я еще не купила в Анталию. Как куплю, тебе напишу. Так что, девчонки, ждем распаковку. Будет круто. Ой, сегодня такая вообще шмыгаю. Господи, простите, пожалуйста. Ну, это у всех бывает, наверное. Предпростудное состояние, да? Вот. Да, хочу с вами пообщаться. Вот так вот как-то. Ой, извините. Ну вот, дай бог, пообщаемся. Всему свое время, правда? Ну вот. Ну все, девочки. Пока-пока.